12 апреля 1944 года от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов был освобожден Тирасполь. Репрессии, унижение и голод длились 970 дней. Не было такого села в Приднестровье, где фашисты не оставили бы кровавый след. Предвидя скорое поражение, оккупанты вагонами вывозили заводское оборудование, взрывали промышленные предприятия, выводили из строя водопроводы и электросети. В освобождении Тирасполя принимали участие силы трех украинских фронтов. За короткий срок советские войска освободили значительную часть правобережной Украины, север Молдавии и Приднестровья и вышли к государственной границе Советского Союза. До победы оставалось 392 дня.